На минувших выходных состоялся матч по мини-футболу между командами «Спартак» и «ЦСКА». Непримиримые соперники встретились в Люберцах во дворце спорта «Триумф». Перед началом мероприятия болельщиков ждала развлекательная программа, предматчевое шоу, конкурсы и призы. А вот чем закончился сам матч, узнаете далее. Новый турнир под названием «Кубок вызова» организовало руководство мини-футбольного клуба «Спартак». В качестве первого соперника они выбрали команду ЦСКА. В дальнейшем проведение таких матчей станет традицией. В них будут принимать участие самые известные московские клубы, такие как «Динамо», «Дина» и многие другие. Хорошее начало. Я думаю, что это просто небольшая реклама для «Спартака» и для ЦСКА в свое время, чтобы люди немножко проснулись в плане того, что есть мини-футбол в Москве, есть такие команды, как ЦСКА и «Спартак». Это дерби московское, поэтому организовал. Я думаю, что мы тоже то же самое сделаем к концу года. Такой же кубок вызова только «Спартаку». В открытии матча принял участие глава городского округа Люберцы Владимир Ужицкий. Он отметил, что дворец спорта «Триумф» с этого дня стал домашней ареной мини-футбольного клуба «Спартак». Я надеюсь, что именно футбольный клуб «Спартак» получит постоянную прописку в Люберцах, а наши жители будут получать огромное удовольствие от игры, потому что «Спартак»… Затем глава округа сделал первый символический удар по мячу, и игра началась. Футбольный клуб «Спартак» не заставил своих болельщиков долго ждать и забил гол в ворота соперника буквально в первые минуты игры. Позже ЦСКА сравнял счет, но занять лидирующую позицию команде так и не удалось. Первый тайм завершился с результатом 3-1 в пользу «Спартака». Судя по игре, «Спартак» сильнее, то есть видно, что команда поопытней. Плюс в ЦСКА наблюдается много молодых игроков. Я думаю, сегодня «Спартак» должен одержать победу. Но опять же, это пускай и мини, но футбол, произойти может все что угодно. Прогнозы профессионального футболиста сбылись. Несмотря на то, что клуб ЦСКА уверенно догонял противника на протяжении второго тайма, одержать победу команде все-таки не удалось. Игра завершилась со счетом 5-4. Победителями Кубка вызова стали спартаковцы. Шикарная игра. Самое главное, что пришло много народу, эмоции, выплески. Главная победа – «Спартак» победил. Да, это первый турнир, он такой показательный. То есть мы проверили площадку, мы посмотрели, будут ли зрители. Зрители есть. И дальше уже будет чемпионат. И все игры чемпионата будут проходить в Люберце по субботам. Лучшими игроками команд стали Александр Копейкин из «Спартака» и Виктор Филатов, представляющий клуб ЦСКА. А капитана красно-белых Сергея Абрамова признали самым ценным игроком турнира, так как именно его гол на 37-й минуте оказался победным. Луиза Егязарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.